После выступления на полуфинале «Минуты славы» ко мне пришло много писем от поклонников, и я очень благодарна людям за то, что им нравится то, что я делаю. Я очень люблю своего брата, он работает в мебельном магазине. Когда он узнал, что я прошла финал, он прислал мне огромный букет цветов. Я дуже радий за свою сестру Ірину, що вона прийшла в фінал «Минути слави». Вона достойна того, щоб попасти не тільки в фінал, а й перемогти. Моя мама працює в технічному коледжі, преподає шиття. Вона допомагала мені готувати мій костюм на фінал. Вона завжди шле мені оригінальну одежду. Іринка з дитинства дуже цікавилася акробатикою, вона була дуже активна, наполеглива. Вона сама завжди хотіла щось добитися в своєму житті. Чесна робота, коли за цим труд, так, звісно, так. Помагає і пробиватися вперед, я теж кажу так. Коли я узнала, що я пройшла в фінал «Минута слави», меня поддерживал мой молодой человек. Я считаю, что «Минута славы» ей даст дальше куда продвижение на большую сцену. У нее должно все получиться, она стремится к этому, это ее. Для меня самое главное сейчас – это самореализоваться и доказать себе, что я на многое способна. Я с восхищением смотрела на Иру. Я думаю, как же можно так вывернуться наизнанку буквально. Я говорю «да». Моя главная мечта – работать в большом, красивом шоу или создать свое. У меня есть мечта работать в цирке Дю Солей, и я уверена, что я смогу ее осуществить в ближайшем времени.